целым миром спорить я готов. Я готов поклясться головой в том, что есть глаза у всех цветов, и они глядят на нас с тобою. Помню, как-то я в былые дни рвал цветы для милой на поляне, и глядели на меня они, как бы говоря, она в мане. Я напрасно ждал и свое зря, бросил я цветы, они лежали, как бы глядя вдаль и говоря: невиновны мы в твоей печали. Час раздумий наших и тревог, горький час беды и неудачи. Видел я цветы, как люди плачут и росу. Провожая из родного края, разные цветы глядят на нас, нам во след головками кивая. Все моргая на людей доверчиво глядя, все цветы, как дети в колыбели. Сегодня будет необычный концерт, потому что это не просто концерт цветов, где мы будем петь все наши песни, самые-самые-самые старые, и новые какие-то даже покажем, потому что сразу после этого концерта мы садимся в студию и собираемся записать новый диск и как бы на новом витке жизни войти в активную творческую жизнь. Нам удалось вот как бы в этот юбилей собрать практически, ну я не знаю, ну 90% музыкантов, которые когда-либо играли у нас в группе. Во всяком случае, сегодня будет импровизированный вечер. А кроме того, у нас сегодня выступают гости наши, потрясающие тоже музыканты. Я сегодня вам хочу сейчас прямо представить одну песню, которую мы записали в 1971 году. Владимир Семенов, ее автор, называется она «Больше жизни». А я хочу представить вам девочек, которые пели подпев, вокал. Нина, Оля и Таня. Командир у них Мира Львовна Коробкова. И еще, если можно, я позову на сцену тоже одного из музыкантов, который тоже вместе с Олегом споет эту песню. Его зовут вот он, Андрей Сапунов.
знаешь про любовь мою. Как грущу и ожидаю, как ночей не сплю, потому что больше жизни. Гордое сердце спроси. Нужно
дали нам все позабыть, стать друг чужими на завтра. Сердце в ответ скажет тебе: не надо, 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 не надо. Yeah.
Есть еще одна песня потрясающая, которую написал один человек, которого, в общем-то, все знают, но мало кто знает. Ну, вообще-то, многие знают, но многие думают, что это мы написали песню. В действительности, эту песню не мы написали, а один человек, которого я хотел бы позвать на сцену сейчас, чтобы он сыграл бы вместе с нами. Это Оскар Борисович Фельдсман. Да. Дорогие друзья, вы знаете, сегодня какой-то фантастический, значит, вечер. И я должен вам сказать, что я себя чувствую как-то своеобразно. Знаете почему? Потому что частично сегодня тоже день моего рождения, правда? И я себя чувствую... Подождите, все впереди. И я себя чувствую 30-летним человеком. И я думаю, что через 30 лет это замечательно, что цветы поют во весь голос. Дай Бог им жизни. Все. Маэстро к роялю, можно вас попросить? Тебе, родная, спи, ночь в июле том, 6 часов. Тебя, когда ты дремлешь, засыпая, я словно колыбель качать готов. Я словно готов. Спи, ночь в июле, только 6 часов. Спокойной ночи, говорю я снова, и верую, что не станет дня, когда тебе два эти тихих слова промолвит кто-нибудь позднее меня, промолвит кто-нибудь позднее меня. Спи, ночь в июле.
почти все наши хиты спеты разными исполнителями. Вот сейчас я хочу представить вам одну песню, которая у нас была записана в 76-м. Давай, Костя. Значит, Саша Слезунов, пожалуйста. Константин Никольский – автор этой песни. Александр Слезунов исполнял своим голосом. Сейчас они импровизированы. Мы не репетировали вообще. Сережа. Этот человек играл во всех группах нашей страны, Сергей Рыженко. У нас он никогда не играл, это первый раз. У нас всегда играл Никита Зайцев, который после нас играл в ДДТ много-много лет. И недавно он ушел в мир иной, и мы его похоронили. Ну, вообще, честно говоря, много людей уже. Мы уже такого возраста, улетаем в другие миры. Грустного ничего нет. На наших похоронах нужно играть. Мы желаем счастья вам. Значит, песня называется «Старраэль». Старые и лица новые, глаза усталые, глаза веселые. Передо мной плывет людской водоворот, лети стремительно за годом год. На крыше трещина и порвалась струна, и стерлись клавиши моей души. Как раньше дедушки, в любые времена всем музыка нужна, и я играю вам для милых дам. Как вам меня не жаль, ведь старый я рояль, мне отдохнуть давно уже пора. Но делать нечего, и снова вечером по клавишам стучат, который год подряд. Я раньше все умел, но есть и мне предел. Звенеть без умолку нет больше сил. И хоть для публики мечты мои смешны, хочу не музыки, а тишины.
Значит, я хочу позвать сцену Володю Васильевич. Пожалуйста, будь добр. А, еще один появился. Не было его до последней секунды. Я только сейчас сказал, ну ладно, раз нет Саулханова, значит, без него будем играть. Сергей Воронов. То есть собираются те люди, которые записывали и потом играли еще много-много лет эти песни. Миша Файзенберг. Вот он! Песня многоуважаемого Стаса Намина. «Летний вечер». Летний вечер теплый самый был у нас с тобой. Разговаривали с нами звезды и прибой. Нам оставил теплый вечер неугасший свет. Обнимал он нас за плечи и смотрел нам вслед. Уходили мы по гальке от тепла воды. Было жарко, было жалко, смыл прибой следы. И за далью белой стужи, где-то, где-то там, за стеклом морозных кружев будет сниться нам. Летний
Значит, вот у нас был такой в цветах администратор Коля Николай Петрович. Вообще он отличался тем, что он никогда не нервничал, вообще не поднимал голос, абсолютно ноль эмоций. Делал спокойно свое дело, что бы ни происходило, был абсолютно спокойным. Я ему всегда завидовал, потому что у меня не получалось таких, такой мудрости внедрить в свою жизнь. И вот этот Коля наш любимый родил дитё однажды. И дитё это бегало у нас за кулисами, как бы между ног, и слушало эти песни. И говорят, недавно научилась петь. Я не слышал никогда, но сейчас посмотрим. Его зовут Лёня, сына. Если вы помните. И там была одна песня, которая, в общем-то, не шлягер, не хит. Просто, как бы, не знаю, нам кажется, красивая песня, но мы вам сейчас ее напомним.
забыв во тьме дневную суету, спит во власти сонной тишины, скрыв во мрак немую красоту. Лишь где-то вдруг свеча горит, и в спящем городе орган звучит. Бах творит, и только звезды смотрят вниз, роняя слезы. Поймешь ты все без лишних слов, все, что скрыто в сердце у тебя, все, что в глубине твоей души. Вдруг свет волшебный озарит, Олег Притеченский. Дмитрий Ревякин, «Калинов мост» группа, знаете такую? Это особый человек, отдельный вообще от всего, что существует на этом свете. А когда узнал, что у нас 30-летие, он сказал, что рано прощаться, без него вообще не пели, потому что он на ней воспитывался и ее только и пел всю свою жизнь. Ну, всем счастья и добра. Спасибо цветам, спасибо Стасу. Жалко и грустно, письма ты устно, ты один.
другие дни. И не тумана, и не обмана, темною ночью жду я огня. Утро вернется, может, найдется теплое слово и для меня. Сейчас споем песню, которую никто из вас еще не слышал. Это песня из нашего нового альбома, который мы вот собираемся сейчас записывать. Ну, лирическая, простая песня, собственно, сейчас идет.
качаются врозь. Нас будто льдины разбило с тобой. Таем, плутаем с водой. Слышится шепот далекой дали, бывших снежинок о бывшей любви. Словно молитву шепчу тебе вновь, выручи нашу любовь. Шепчу любой дождинкой от крики птичьих стай, хрустальной белой льдинкой. Не растай, не растай. Белые льдины, качаясь в нигде, плачут и прячут все слезы в воде. Но не растает среди кораблей единка надежды моей. Ты моя льдинка, но где она, где? В льдинке тропинка в апрельской воде. Словно молитву шепчу тебе вновь, выручим нашу любовь. Шепчу любой дождинкой от крики птичьих стай. Валерий Диардивцев. Вы знаете, я эту песню написал довольно давно. И не получалось ее исполнить вот ни в одном составе. Вот это первый раз. Это сейчас вы слышали ее первый раз. Она действительно в первый раз прозвучала на сцене, потому что вот он так ее исполнил, что как бы по-другому и вроде невозможно. Где-то у нас в середине 80-х годов я написал одну песню, которую... Вроде мы там даже сняли ее однажды по телевизору, где-то ее показали один раз. И в общем, она как бы не стала популярной, но для меня она довольно дорогая. И вообще, мне кажется, она хорошая получилась песня. Вот мы ее сейчас попробуем исполнить, как бы в ремейке в таком в сегодняшней жизни. «Ностальгия». Thank you.
будто сделал я что-то чуждое. Или даже не я, другие. Упаду на поляну и чувствую по живой земле ностальгию. Нас с тобой никто не расколет, но когда тебя обнимаю, обнимаю с такой тоскою, будто кто-то тебя отнимает. Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по прошлому ностальгию, ностальгию по настоящему. Вроде счастья мне было досыта, но как чудо ждут настоятельно, так и я ожидаю доступа без посредников к настоящему. Что прошло, то прошло к лучшему, но прикусываю как тайну ностальгию по-настоящему. Что настанет, да не застану. Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по прошлому ностальгию. Представить вот этих красивых девчонок и серьезных мальчишек. Это труппа нашего театра, которую вот мы создали год назад. Это действительно универсальная совершенно труппа и потрясающе талантливые ребята, которые не в лицо им будет сказано, потому что я их ругаю в основном. Но в действительности, кроме того, что они просто сумасшедше здорово поют, они еще и драматические актеры все. Поэтому как бы вот эта универсальность, она, в общем, настолько редкая у нас, не только в стране, но и во всем мире. Но это правда так.
тебя с волнением ждет каждый дождь. С той поры, как существует белый свет. Щедрого и звонкого прихода.
перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, вославим песней силу нашу, силу добрую, богатырскую! Начиналось это действительно 30 лет назад, но по-настоящему намного раньше. И поэтому, как вот друзья, которые сейчас пришли нас поздравить, они вот с тех давнишних времен вместе с нами. И сейчас это знаменитые музыканты. Я хочу вам представить Александр Градский. Пусть мир торчит на паперти и слезно просит истины, и снова спит до одури, вины своей не мня. А мы строчим по памяти, а мы кроим по выкройке одни и те же контуры стремянного ремня. Неужели мы дожили до нового столетия? Вот-вот тысячелетие второе проживем с такой же мерзкой рожею, с такой же отметиной, с такими же котлетами, которые жуем.
А их готовят загодя, а их пожарят с кровью, их пользу для здоровья докажут, объяснят. А мы сожрем их, радуясь, с покорностью коровью, как жрали все, что парят нам 2000 лет подряд. Прости меня, здрасть три нуля, лейте, елей на троих нулей. Ведь мы проходим гордо, и мы все-таки красивые, дебелые, степенные, хоть наше дело швах, хотя и с красной рожею, хотя с носами синими, хотя и с белой пеною накрашенных губах. Пусть ум мы заморозили, не зрим возню осиную, пускай мы мыслим прозою и лаптем щи хлебам, но гриб лилово-розовый, но гриб наш под осиною и даже под березою, но вам не по зубам, прости меня. Здрасте, три нуля, летели на троих нулей. Но май придет, отмаемся, в июне все разъедутся, кто на месяц, кто надолго, а кто и навсегда. И кто на что обманется, кто плюнет, кто зарежется, кто нам истец, где каторга без срока и суда. Хотите, не хотите, но мы верим, что надежда есть. И если не ходить в кино, то значит есть любовь, и значит наша Родина не всем успела надоесть, и надо только съесть говно и выпить чью-то кровь, ведь кровь любовь рифмуется. 2000 лет мир мается, он нас стихом с конвейера, а точно дарит. Ах он, блин, да балуется, ах он, блин, да играется на сковород. Времени он точно подгорит. Весь век просрали начисто, потворствуя язычеству, поддавшись увлечению и трепу королей. Но три нуля по качеству и даже по количеству, и явно по значению все же лучше двух нулей. Прости меня, здрасте, три нуля,
Я хочу вам представить одну группу, которая занимает особое положение вообще в рок-музыке в нашей отечественной. Про нее ничего невозможно говорить вообще, ее надо только объявить, потому что есть такие команды, которые не просчитываются, знаете. Они не связаны с тем, что кто-то очень здорово поет или здорово играет. То есть они, может быть, действительно здорово поют, здорово играют, но это не главное. Там что-то есть такое, что вообще как бы необъяснимо. Вот такая команда называется «Воскресенье». Я еще сейчас хочу позвать одного музыканта, который уже был на этой сцене, но ничего своего пока не исполнил. А он такой же настоящий, как и вот предыдущая команда. Это Дима Ревякин. Я его хочу попросить спеть одну песню, которую он вообще не исполняет никогда. Ну, он, как вы знаете, он пишет сам стихи и музыку. Это тот случай, когда можно говорить слово «стихи». Все поле в цветах, его не пройти, и мельницей рук перья не сечь. Провидец витал в
тисках бороды, просил целовать острый резец. Всех спасет Горбачев, все останутся дома, сладким узлом встретятся здесь. Не спросят о чем и почем нынче истома, оставят витать крохи надежд. Все поле в цветах, его не пройти. Ну, сейчас я объявлю следующих гостей, и вы сами представляете себе, как вообще приятно объявлять младшего брата. Машина времени. Но поскольку, как мы понимаем, началось все в 71 году, мы со Стасом с будущей группой «Цветы» тогда сидели в одной комнате номер 8 в ДК «Энергетик», которая прямо через речку, напротив. И я очень хорошо помню, как Стасик пришел со студии, принес запись «Звездочки», мы все ее слушали, а мы в этот момент сидели и делали, значит, свою песню. По-моему, с тех пор мы ее так и не играли. Но мы решили ее вспомнить по такому случаю. Песенка, которой 30 лет. Вчера я шел домой в начале ночи, когда Москва затихла наконец, и видел, как проходит через площадь на редкость необычный продавец. Он был одет в пурпур, сегодня я всю ночь провел до зори.
Ну вот он вышел без объявы. Ну, это явление природы совершенно непонятное. И как бы свалилось откуда-то сверху. И непонятно, кто ему диктует все, что он пишет вообще, из каких высот. Круто. О, как ничтожны ты и я перед нависшей судьбой. И живы мы пока, друзья, стоят всегда за нас стеной. И что мы можем, можем жить, еще, конечно же, любить. Приятель, выбрось камень свой, наполним небо добротой, наполним небо добротой, наполним небо. Тут и там один кричит: я не отдам. Другой кряхтит: не мы начнем. Вот так уж сколько лет живем. Наш Бог всегда всех нас поймет. Грехи отпустит, боль возьмет. Вперед, любовь, мы за тобой. Наполним небо добротой, наполним небо добротой, наполним небо. Добротой. Дадим дань нашим кумирам, у которых мы учились, споем несколько песен. Ну, первое произведение «Богемской рапсодии». Придумали ее Куин. Open your eyes, look.
see little silver of a man. Скарамуш, скарамуш, will you do the фанданго? Поле, поле, lightning, very, very frightening me. Галилео, 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 Нигаро, Никико. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. He's fat in his life, from his monstrosity. Is it gone, is it gone, will you let me go? Bismillah, no, with the momentum, we'll let him go. Bismillah, with the momentum, we'll let him go. Mamma mia, mamma mia, let me go. We are so good as a devil put aside for me. Yeah.
Ну, и сейчас такой же поклон еще одной группе, которая как бы ни с чем не сравнима и не обсуждается. You seek your out, not even show.
Сейчас отнимем чуть-чуть вашего времени и сыграем в кусочек настоящего блюза. Потому что, как бы, да. Потому что без блюза не существует всего, что мы играли. В блюзе есть одна проблема. Оно простой, как веник. Там аккорд всего три. И вообще все очень просто. И вопрос не в том, как бы, а вопрос только. Есть один маленький-маленький нюанс в блюзе, который как бы решает вопрос, где блюз настоящий, а где как бы. Это вкус. А вкус никто не знает, что это значит.
see the teardrops rolling down the street. The sky's crying, babe. Can't you see the teardrops rolling down the street? I've been looking for my lady, and I wonder, can't she be?
Лиза! Сергей Мазай. Саша Солич. Они оба моральный кодекс теперь. Дядя Миша ДДТ. Игорь Саруханов. Цветы. Сережа Руженко, скрипка. Сергей Воронов. Андрей Макаревич, гитара. Соло. Юрий Вильнин. Да. Саша Грицинин. Саша Градский. Гитара. Соло. За головой. Постой. А люблю я всем наперекор.
Расправьте ноги, не жалейте боль. И сейчас все вместе мы станцуем рок-н-ролл. Я люблю только рок-н-ролл. Я люблю только рок-н-ролл. Я люблю только рок-н-ролл. Я люблю только рок-н-ролл. Я люблю лишь только старый добрый рок-н-ролл. Say true, blue, 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 blue
Christian time is Christian time. Go!
готовы руки подставлять. Yeah.
мире, где кружится снег шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую ждем порой мы весь. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья. Рассвет, где дороги дальние, нам часто снится дом. Нужно и грозу, и снегопад, чтобы чей-то очень добрый взгляд, чей-то очень добрый взгляд согревал тепло. Вечер сегодня. Спасибо всем ребятам, кто сегодня пришел. Вообще сегодня потрясающий вечер. Большое вам спасибо.